Второе задание – бёрпи. Сделать как можно быстрее. 40 повторений делают мальчики, 30 – девочки. За каждое неправильно выполненное упражнение также начисляются штрафные баллы. Бёрпи также судится по нескольким критериям. Первое – это касание грудью пола в нижней фазе выполнения упражнения и полное выпрямление в верхнем положении с хлопком над головой.